Здравствуйте, друзья. Приехал я на рыбалку. Нахожусь я на северном берегу Финского залива в районе города Зеленогорск. Здесь такое прибрежное кафешечка, ресторан «Шелест». Ну, многие знают, рыбаки. То есть здесь впадает так называемый восьмой ручей, ну или Ушковский ручей в залив. Я планирую половить забродку. То есть буду заходить в забродниках и ловить на мормышку, ну, мармадроч. Планирую пройти до реки Быстрая. Это она впадает в Финский залив в районе Зеленогорского пляжа. Ну, или там дальше пройду, как погода. Погодка сегодня такая хорошая. Солнышко и тучки. Волнишка к берегу. То есть это важный фактор. Если бы ветер был северный, то я бы даже не пытался поймать. Потому что ни черта ты тут не поймаешь у берега. Вот если направление ветров юг, юго-запад, оно, конечно, ловить не очень удобно, потому что в лицо ветер, как бы, если ты ловишь. Но зато рыба подходит к берегу. Дело в том, что сгоняет теплую воду со всего залива. И вообще она, прибойная волна, бьет в берег, вымывает корм, там всякое такое, рыбки интересные. И я заметил, что даже если при северном ветре рыба ловится, то поклевки такие, еле-еле, не поймешь. А если волна идет накатная, то и поклевки такие хорошие, уверенные. То есть рыба... Видно, вода перемешивается, у нее перед глазами корм появился, ей думать некогда, она хватает сразу же. А если тихая вода, спокойная, то она начинает там вокруг нее крутиться, пробовать, там покусывать. То есть ты опарыша садишь, достаешь, он вроде поклевки не было никакой, а он весь обсосанный. А здесь схватит, так схватит, и не обязательно даже съедобное что-то сажать. Ну, резину съедобную сажаешь, чтобы как бы сразу только не выплюнуло. Людей никого нет. Ну, прохладненько все-таки. Так, если кто шашлыки только жарит. И вода холодная ловит забродку. Ну, я сапоги просто купил такого размера, самого большого, что был. И с такими толстыми чулками одеваю. У меня наколенники шерстяные, там, с собачьей шерсти. То есть были ватные штаны, подел. У меня раньше такие были вертолетные, из цигейки, из меха. Те вообще шикарные. Ну, уже как бы моль съела. Одеваться тепло надо, потому что вода вытягивает на раз тепло. Ну так выходишь, тут же как бы вышел на берег, размял косточки. Торопиться особо не буду. Спокойненько похожу, в свое удовольствие половлю. Ладно, выйду, включимся.
Опа. Считай, что нападение прямо. Что это? О, ясь, подъязок. Ой. Маленький. Все-таки удобнее покороче, чтобы вот рука доставала, а то за тюльпанчик запутывается. Все-таки этот спиннинг не возьмешь за середину, он слишком мягкий, слишком слабый. Я взялся вон, теперь макушка короче на 7 сантиметров. Обломился как спичка. Ну я такой же купил, еще новый у меня лежит. Потому что вообще-то спиннинг хороший и стоит там что-то около 2000, недорогой. Поэтому чувствительный. То есть я по 0,2 грамма забрасывал мормышку. Ну вот, спиннинг Mifine, Mifine. Я немецкий учил в школе. Так, карбон, тапы. Камара, джик 2,5, 205, 0,5, от 0,5 до 8 грамм. Ну, на максимальном пределе я не рыбачил, а вот 0,2 он забрасывает. Ну, если встречного ветра нет, конечно. А по ветру, так и пустой крючок забросит. Я с лодки, бывает, стану, чтобы в спину ветер дул. И забрасываешь реально пустой крючок, там опарыш и пару насадишь. Получается, как нахлыстом. Забрасываешь метров на 10, а больше и не надо. Главное, чтобы фрикцион был максимально мягкий, потому что окуня губа слабая, а ты нет-нет, да и подсечешь сильно. Стараешься не подсекать, но все равно бывает в азарте. Исходов много. Губа рвется и все. Лучше следить за остротой крючков. Потому что если острый крючок, так он сам засечет, безо всякой подсечки.
меня вот эта мормышка вот такая, она с такой вот, с глазки тут красные, она такая перламутровая, как малек. На нее и плотва ловится, вот и ясь, и окунь. Ну, у меня были мормышки такие. В принципе, можно просто крючок привязывать, обычный крючок, и дробинку застегнули, насколько вам надо грамм. Во-первых, всегда можно добавить дробинки. Во-вторых, крючок, он же дешевле, чем мормышка. Но это вот хороший крючок, не тупится. Ну тут по дну не тащишь, она, считай, толще воды идет, мормышка-то, она не у дна же, по дну не стучит. Как, к примеру, как вот с отводным поводком она по дну волочится. Там об камни быстро тупится на отводном поводке. А здесь она в толще идет, там стукнет, бывает, по камушку, конечно. Но она стукнет низом мормышки, то есть не жалом крючка. Плотвина. Хорошая плотвина, слушайте. Обалдеть. О, какая. О, какая хорошая. Так, что-то у меня... Мышка перевернулась. Вот сейчас берет нормально, а вот бывает, когда начинает стучать просто по мормышке, не клевать, а просто стукать, тогда, значит, надо что-то менять. Ну или облегчаться, чаще всего легче делать вес мормышки. Или насадку менять, или наживку. Сейчас лупит прямо замечательно. Не так, как летом. Летом, когда вот на стаю нападешь окуня, так я и не забрасываю. Я вот так беру, как удочкой, раз, проводишь, бамс, он сидит. Достанешь, опять забрасываешь вот так, бамс, он сидит. Они прямо провожают до сапог, вот руками их лови. Но это когда азарт у них, у окуней. А сейчас он рассредоточен, но есть и кормится. Ну ладно. Порыбачили хорошо. Погодка отличная. Рыбки поймали. Ну, не знаю. Килограмма 3-4 точно. Сказать. Тут скажете, кирпичей наложил. О. Окунь, плотва. Ну, окушки такие не крупные, но
хорошие, сейчас тут покоптить. Милое дело. Пара язиков отпустил. Ну так вообще неплохо пропачили. Спасибо. До свидания.